рамках проекта «Единой России. Новая школа» активисты партии посетили школу номер 26 «Флагман», чтобы проверить качество питания детского лагеря. Первым делом ознакомились с документацией, оценили наполнение медицинского кабинета, а после посетили столовую. У нас есть суточная проба, да, вот, где мы тоже, как бы, любой может прийти попробовать. Да, это мы пробуем. Это, и да, это поднос именно для проб, а да. Суточная проба – это, конечно, отдельно все. Летний оздоровительный лагерь открывает свои двери для детей уже не первый год. Коллектив прекрасно знает, как организовать отдых юных химчан на высшем уровне. Восьмой год подряд в нашей школе проводится летняя оздоровительная площадка. Обычно наполняемость детей от 75 до 150 человек. Первоначально проводили лагерь в две смены. Сейчас принято решение проводить его в одну смену, но вместе с тем качество отдыха детей не изменилось совершенно. Такой формат летнего досуга детей очень востребован в городском округе. Летние лагеря позволяют родителям спокойно работать, зная, что их дети находятся под присмотром.